Республика детства. Это звание наш город носит по праву. Ласковое море, южное солнце и, конечно, развлечения. Детский парк «Джунгли» радует ребятишек и взрослых захватывающими аттракционами. Здесь проводятся и развлекательные мероприятия. Ближайшее состоится уже в эту субботу. 2 июня в 11 часов в детском парке «Джунгли» состоится большое детское мероприятие «Ура, каникулы». Мы приглашаем всех гостей на наш праздник. В этот день будет разыгрываться огромное количество призов. Цена билетов на все детские аттракционы только один день будет 100 рублей. Цена детского билета на самое большое колесо обозрения в этот день будет 200 рублей. И каждому ребенку мы еще подарим очень вкусное и сладкое мороженое. Среди прочих призов и подарков троим счастливчикам достанутся сертификаты на бесплатное катание на всех аттракционах в этот день. А кроме того, в программе праздника концерт лучших творческих коллективов. В планах организаторов проводить подобные мероприятия регулярно и также радовать посетителей новыми аттракционами. Кроме уже имеющихся, среди которых изюминка – это колесо обозрения, где с высоты птичьего полета можно увидеть весь город как на ладони, в следующем году в парке ожидается открытие американских горок для любителей острых ощущений и новые детские аттракционы. Парк «Джунгли» находится по адресу Анапа-Красноармейская, 1А, около реки Анапки.